Боже, я столько восторга еще никогда не видела. Братик, да, твой? Братик, кто тебе достанется? Берегись. Давай, Тель. Опа, молодец. Конечно, круче всего подготовились те, у кого есть водяные пистолеты. Потому что фишка водяных пистолетов именно в том, что они пуляют водичкой, скажем так, дальше всего. С бутылочки ты так не брызнешь. Хотя, каждый из нас, я думаю, с детства помнит определенные лайфхаки, когда шилом в крышке бутылки проделываются дырочки. И вот тогда тоже довольно-таки хорошее оружие получается. У тебя самая выгодная позиция, ты знаешь, потому что ты здесь встал возле бочек прям, и у тебя просто снаряды не заканчиваются. Не надо, пожалуйста, так и на меня сейчас, ладно? Опа, все, всем досталось. А что ж ты так много водички набрала? Давайте я помогу, полную бутылочку наберу, давай. Давай. Держи. Тут побольше пипец. Ой, ух, тебе досталось только что. Весь молодежь. Хорошо, вы там стили как следует? Конечно, что по мне не видно. Как вам праздник, как вам традиция? Очень хорошая. А это моя дочь. Дотя тоже, кстати, благодаря Дотье я сегодня наполовину мокрая оказалась. Дотя на меня поддалась, подписка. Но сегодня можно, хорошо, сегодня это правильно. Да, это правильно, это так надо. Тут не нельзя эти руки сегодня. Вот, правильно, нарушение традиции. Вы мне скажите, вы из года в год принимаете участие в праздновании? Каждый год. С 97-го года, как открылась церковь, а открытие было 98-го. Вот с этого года. И с каждым годом что-то изменяется? Ну, что-то меняется, конечно, к лучшему, улучшается. Пока, конечно, когда война началась, все как бы устаканилось, потихло. У нас много поезжали, мы сейчас вернулись. И все довольны? Все довольны, да. Это главное. Спасибо большое. Я вот бутылку с водой у вас вижу, но вы все еще сухой. Нет, не надо, пожалуйста, ну я с аппаратурой, не надо, пожалуйста. Как вам праздник? Очень хорошо. Что понравилось, что запомнилось больше всего? Что больше всего запомнилось, что дети сами, это хороший праздник, все на детей. Ну, дети веселятся, как следует. Дети рады, мы тоже рады. Все в норме, спасибо. Ну, в принципе, да, друзья, на территории храма все меньше остается сухих людей. И так положено. Сухим отсюда не должен выйти никто, правильно нам сказали. Ой, там уже и шланги погнали обливать. Самое главное, что все довольны и все улыбаются. То есть никто даже права не имеет рассердиться на то, что вот неожиданно вот так вот облили. Неделю. Успешно подвели итоги минувших выходных, они прошли довольно-таки ярко.
крайней мере, у части жителей Донецкой Народной Республики так точно. Друзья, не забывайте о нашем постоянном музыкальном партнере «Папино радио». Проведите очень активно, ярко и зажигательно эти рабочие будни. Хотя я надеюсь, что так как лето пора отпусков, у многих жителей республики это все-таки не рабочие будни, а яркие, насыщенные каникулы и отпуска. В среду будут новые хорошие новости, так что не пропустите новую программу. А вот на сегодня у меня все. Пока-пока. Папино радио. Донецк 107.6. Тельманово 94.3. Торез 92.9 FM. Папа плохого не посоветует. Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Занье. По его словам, Киев решает вопросы об использовании государственного языка довольно жестко, не через систему стимулов и поощрений, а через наказание, и при этом вносит элементы дискриминации. Кроме того, как подчеркнул Занье, украинские власти приняли законопроект без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств. 15 мая Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского. Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, в школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. По мнению авторов инициативы, тем самым появилась возможность развивать украинский язык как самобытный язык титульной нации. В российском МИД решение Киева раскритиковали и заявили, что новый закон предусматривает исключение для английского и других языков Евросоюза. Следовательно, единственный объект атаки – это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной. Диалог Сухума и Тбилиси возможен только при отказе Грузии от воинственной риторики в отношении Абхазии и желания на деле менять взаимоотношения с республикой, заявил вице-премьер абхазского парламента Левон Галустян. Парламентская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники в воскресенье провели в центре города Батуми митинг, на котором требуют, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках, в то же время отказалась от воинственной риторики в отношении России, и чтобы российско-грузинские отношения были возвращены на докризисный уровень. В частности, лидер партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили на митинге заявила о необходимости начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом и Москвой. При этом Галустян, с сожалением, заметил, что вся история послевоенного развития Абхазии показывает, что грузинские власти, независимо от того, какую политическую силу они представляют, хотят поработить абхазский народ. По его словам, примирительные заявления, которые в последнее время регулярно раздаются из Тбилиси, очевидно, ничего не стоят, поскольку в рамках женевских дискуссий грузинская сторона отказывается от подписания соглашения о применении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии. Женевскую дискуссию по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, очередной раунд которых состоялся 2-3 июля, регулярно проводят с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с Россией, которая не является стороной конфликта. Южная Осетия обратилась к Италии с просьбой о признании, заявил глава представительства МИД республики в стране Маура Мурджа. Мы считаем, что наступило время, чтобы Италия в лице ее нынешнего правительства признала республику Южная Осетия в качестве автономного государства наравне со всеми государствами, представленными в ООН. По его словам, Южная Осетия призывает все европейские нации стряхнуть с себя стереотипы и узы, навязанные из-за переделов Европы. Мурджа пишет, что признание Южной Осетии будет означать возобновление традиций мирного сосуществования и объединение ради самоопределения и прав народов выбирать собственное будущее. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня град Южную Осетию. Грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство страны, ввела войска в республику и после 5 дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Ливии при ударе сил правительства национального согласия по аэропорту Аль-Джуфра подбили два украинских самолета Ил-76. Самолеты принадлежали компании Alpha Air. В то же время утверждается, что самолеты принадлежали киевской грузовой авиакомпании Европа Air. Именно с этим связано то, что Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного перевозчика. Согласно Госреестру воздушных судов, в парке Европа Air имеются 5 грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска. Сбитый в Ливии украинский Ил-76 перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов. Отмечается, что самолеты были зафрахтованы частной украинской компанией и осуществляли перевозки для одной из сторон конфликта в Ливии. Ил-76 – советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 тонн на расстояние от 3600 до 4200 километров с крейсерской скоростью 770-800 километров в час. ООН в понедельник осудила нападение на офис политического движения «Green Trend» в Кабуле, жертвами которого стали не менее 20 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Твиттер миссии ООН по содействию Афганистану. Политическое движение «Green Trend» возглавляет кандидат на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салех. Взрыв прогремел недалеко от частного университета. Затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию. Не менее 50 человек получили ранения, сам Салех был ранен. Согласно сведениям МВД страны, более 150 мирных жителей были эвакуированы из здания. В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали 4 нападавших. Как минимум 3 человека убиты в воскресенье при стрельбе на гастрономическом фестивале в городе Гилрой, штат Калифорния. Подозреваемый ликвидирован. Об этом заявил на пресс-конференции шеф полиции города Скотт Смитти. По его словам, подозреваемый предположительно проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждение. Он открыл огонь по людям и вскоре после этого был застрелен стражами порядка. Не менее 15 человек пострадали. Смитти отметил, что поступила информация о том, что у подозреваемого был сообщник. Власти пока не получили подтверждений этого. Данные о личности подозреваемого не разглашаются. Боевики запрещенных ДНР группировки Боко Харам совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии, в результате чего погибли 65 человек. Боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, которые возвращались с похоронной церемонии. Как минимум еще 10 человек получили ранения. Президент Нигерии Мохаммад Бухари осудил атаку боевиков по мирным жителям, а также приказал военнослужащим провести операцию по поиску нападавших. 23 человека были убиты, когда возвращались с похорон, а остальные 42 жителя погибли в ходе преследования террористов. Макеевскому дорожному предприятию требуются дорожные рабочие, асфальтобетонщики, официальное трудоустройство, полный соцпакет, заработная плата от 15 тысяч рублей. Телефоны 071-345-1090 и 071-423-8142 с 8 до 17, кроме субботы и воскресенья. Теперь строительные материалы и металлопрокат можно купить, не выходя из дома. Компания «Мега Инвест» предлагает материалы с доставкой и выгрузкой. Наши цены на материалы вас приятно удивят. Дорогим пенсионерам скидки. Детальнее по телефону 071-482-19-84 и 071-482-19-85. «Бас Премиум» осуществляет организацию пассажирских перевозок. Донецк-Москва – 1600 рублей. Донецк-Ялта – 1700 рублей. Донецк-Анапа – 1500 рублей. Донецк-Геленджик – 1500 рублей. Донецк-Краснодар – 1000 рублей. И Донецк-Воронеж – 1200 рублей. Телефоны 071-310-55-88, 071-304-22-99 и плюс 7-985-104-99-22.
спортивный клуб «Шахтер Донбасса» объявляет набор юношей 2007-2012 годов рождения в футбольные секции. Бесплатные занятия проходят в Ленинском и Кировском районах Донецка. Телефоны 071-391-1087, 071-419-46-54. Кто может стать народным контролером? То есть вот я, допустим, человек с улицы, я могу прийти к вам и сказать: ребята, давайте, я хочу быть народным контролером. Есть ли какие-то требования? Ну, требований особых нет. Значит, народным контролером может стать любой гражданин нашей республики, достигший 18-летнего.